лесном парке. Кафе «Дача». Заплатка на дереве. Подпевает. Thank you.
Московское долголетие. Ого, у него там домик. Вот у него домик. Скворец. Ага. У него самое главное вот здесь, он отсюда вылетел. У него желтый клюв? Да. А то еще есть чуть покрупнее птичка, она называется щекол. Может быть. У них переливающиеся перышки. Может быть, он далеко был, поэтому я не помню. Может быть, и щегол. Он поет. Вот хорошо. Скворцы я не слышу, как они поют. Да? По-моему, трещат. Может быть, это он, может быть, и щегол есть. Вот я не знаю. Вот у нас на Торфянке там их много так. Вот, их сейчас везде много. Да, что-то много вот этих щеглов прилетело. Я их раньше не видела. Ну хорошо, они красивые такие. Ой, они особенно солнышко, они так переливаются. Да. И прям, знаете, они по земле ходят и не боятся. Да, они прям почти ручные. Да, и еще вот появились какие-то птички, я забыла, как они называются, овсянки, что у них оранжевые грудки, перышки там это черенькие. Да, маленькие тоже такие красивые. Они как воробьи, чуть-чуть покрупнее. Да. Но такая красота прям. Да. Бог так все создал прекрасно в свое время.
все это там нашу душу радует, а люди вмешиваются во всю природу, губят. И вот сейчас вот столько потерял, пропало птиц, вот сколько погибло уже, 2500 вымерли. Птицы, растения, всего. Люди вмешиваются во все и губят. Ну да, и, экология. И вообще уже прям ужасно. Вот у нас на Торфянке были эти самые агари, видели? Утки рыжие. А, они и сейчас есть, но только их мало, они так, на Яузе там. Так вот они сейчас переключали, у нас на Торфянке, они уже не первый год гнездятся и выводят потомство. А у нас в этом зимой начали копать, чистить круг. Если выкопали, воды теперь нет, они прилетели, они столько времени кружили, они уже привыкли здесь водить. И вот не знаю, вот говорят, наверное, на они Яузе. Они на Яузе, летели. На Яузе. Наверное, я летели. Там тоже в том районе живу, на Яузе они. Ну вот, а мы все думаем, ну куда они денутся? Они же у нас там на ближайшем доме выводили, они же на крышах домов. Выводят. Да. У нас там четырехэтажки. И вот они вот там вот четырехэтажный дом и труба вот такая, знаете, кирпичная. Еще есть такие дома. И вот они там гнезда будут. Представляете, я вообще удивилась. А ведь эти дома вот через дорогу, вот там за мной улица проходит, и парк надо пройти, чтобы попасть. И как они их всех туда переводят, сбрасывают с крыши, когда они уже там подрастут. Может быть, будут размножаться. Посмотрим. Ну вот у нас размножались. Вот не знаю, как теперь они на новом месте. Там же другие утки. Ведь они же у нас на Торфянке жили. Но они там особнячком, да. Они да, не да. то что особнячком, они всех уток выжили. А-а-а. Пока вот они выводили потомство, они А-а-а. Оберегали от всех А-а-а. Уток. Чайка они не гоняли. А-а-а. А вот уток ни одной утки не было. Вот они как начинают гнездиться. Ну, даже не гнездиться, а когда потомство уже привели. О, они такие вот, знаете, как защитники. Вот ни одна утка так своих не защищает. Ничего себе. Ну да. Хорошо, может быть, много их будет. Вот. А потом уже, когда подрастут, уже все утки возвращаются. Они уже в мире со всеми живут. Но вот это единственные утки, которые охраняют свое потомство, так ревность на берегу. Потому что люди их уничтожают. Им же добраться. Утка тут в заводе вывела и тут же плавает. А им приходится бегать. Вот такое пространство преодолевать. Поэтому они очень тщательно охраняют. Я говорю, Бог так все разумно устроил. Каждому свое назначение и всячески вот помогает. Вот инстинкты у них такие. Ну да, да, да. Да, вот казалось бы, вроде бы разумные. Вот смотришь, собаки, кошки, какие они сейчас стали разумными. Вот я сейчас смотрю, удивляюсь. Вроде Бог только людей наделил разумом. Ну, тоже они, да. А они такие все понятливые, вот речь человеческую понимают. Раньше такого не было. Представляете, вот, вот говорят, вот собака, вот глянешь на собаку, сразу поймешь, что за хозяин. Они точно все. Да, и похожи, и отражают характер хозяина. Если характер хозяин злой, то есть собака. Да, да, да. А хозяин добрый, любящий. Ну и дети так же. Да, и дети тоже. И дети так же. Тоже копируют. Поэтому я говорю, вот люди, вот сейчас настолько много стало злых. Злых, я вот раньше смотрела, все-таки собаки в мире жили. А сейчас вот все больше и больше злых. И вот у нас там утром, каждое утро выходят собачники, там прям толпами гуляют. Раньше вот все подряд собаки рядом, одной кучи, и все играли, и бегали, все. Сейчас появляются такие злые, агрессивные. Вроде бы свои, казалось бы. Ну да, в своем они, дворе. Да, и они уже ведут вот такой вот, как бы, заразлад начинается. Я говорю, вот точно, вот хозяина озарили, их собаки такими же стали. Ну давайте, счастливо, спасибо. Палочками. Скворца мы с ней смотрели. А я так и не дошла. Хотела посмотреть его. Где? Ой, не вижу. Снимаю, поэтому время не вижу, к сожалению. Вот она. Здесь он живет. Может быть, это не скворец. Не знаю, кто. Птичка, которая пела классно. Thank you.
карусельки уже начали работать. Правда, деток пока мало катается. Группа здоровья занимаются. Как раз московское долголетие программа. Вот можно записаться в такую группу. Там после 55 лет программа для людей 55 и старше. Можно заниматься в такой группе. Московское долголетие. Паровозики. А здесь какая-то живность. Да, она быстро бегает, ее не догонишь. Привет. Попрыгушка. И уже становится рыженькая к лету. Уже наполовину серенькая, наполовину рыженькая. Ты думаешь, я тебя угощу чем-нибудь, да? А я ничего для тебя не сделала. Thank you.
Ого. Какие птички. Пушкин. Канатная дорога. Thank you.
Пенальти. Бей в цельный уровень. 5, 4, 3, 2, 1. Игра на скорость. Бей, пока горит сектор. 5. Раскрась суду в свой цвет. Команда красных против команды зеленых. Забей гол в ворота со своим цветом. 5, 4, 3, 2, 1. Раскрась суду в свой цвет. Команда красных. Шейк суду. Пенальти. Команда красных против команды. Бей в цель. Первый уровень. 5. Игра на скорость. Бей, пока горит сектор. 5, 4, 3, 2. Раскрась суду. Шейк суду. Целься в светящуюся мишень. Thank you.
А за границу людям, да? Там, да, вот,